А, тоже, да, совместно. Автотюн. Обожаю автотюн. Все мы в мире, но и когда-нибудь будем уходить. И не важно какая, и когда смерть нас настигнет, главное это не забывать о ней. И раньше, чем тебе отведено, не кидать вверх на шею. А я не смог сохранить ее и отдал так-то тщетно богам, но кто при этом смог спасти я друга верно, вера моя угасала. А я вместе с ней, пора мне отправляться в рай, где меня ждут толпы прекрасных тян. Как бы не так, боженька приказ дал, рано тебе уходить, еще немного погуляй. И отправил меня в мир, о котором не мечтал. Фэнтези, маги, не шутка ли это для мужика? И почему же это я на место это попал? Жизнь дала мне новый шанс, чтоб все начать с нуля. И в этом мире я нашел новых близких. И я не дам просто так потухнуть их искр. Умереть незнакомым для людей, стать героем я хотел, но живой был. Ты хороший, и ты такой думаешь, сука, если буду читать обычным голосом, бит опять перекроет голос. Если немножко подбавлю автотюна, ладно, будет отделяться. Но, сука, это будет звучать странно. Ну, ладно, хорошо. В принципе, автотюном сейчас все, в принципе, да, работают. И зарубежный тоже автотюн кидает. Ну, давай попробуем. Да, я не знаю, я всегда сомнительно принимаю автотюн, очень всегда. Умереть незнакомым, но родить в новом мире героем. Одиночка, хоть и друзья вокруг, ищу свою судьбу, не знаю, куда зовут. Я слышу тихий голос, тепло ее жарких рук, но сам еще не понял, куда меня так ведут. Лесные огоньки, обжигаясь, как лист бумаги, но впредь и вопреки я не чувствую в этом мраке ни боли пустоты, ведь сам ее выбрал, как и она меня, и после смерть стала как точка невозврата. Незнакомка для меня ты, родней никого не было, проклята навек портрет Дориана Грея ты. А я спаситель, навеки заклеймите меня тем, кто уберечь не смог любовь, меня простите. Но теперь у меня дом и тот, кто защищает. Буду я на воле, там наводим, так мы все порядок. И такой вот Темпестград я построил бы с друзьями, так и сделаем. Ведь при друзья вокруг, как и мечтал я столько лет. На грани жизни, где я прокрастинатор, но бравада поменяла все, что было адом для меня. Умрешь в одиночестве, и ты будешь помнить эти дни, как пустой лист бумаги. Никуда не пойти, ничего не найти, и только ты один во мраке. Умереть незнакомым для людей, стать героем я хотел, но живой бы. Мы такими темпами с автотюном уже до казахского рэпчика дойдем.
Уже просто будет казахский. Это не будет говно какое-то. Я не машу того. Не, это уже какой-то, блядь, ганвест уже пошел. Я не могу, у меня не получится, если захочу повторить, не получится казахский стиль. Там тоже там. Чем дальше уходишь в треки, тем больше уже начинаешь ощущать, что... Подожди, а мы все еще об аниме, либо уже отошли от аниме? Типа послушать, да, неплохо, хорошо. А Дэн ведь в Казахстане живет. Блин, а что за упущение тогда получается? Если Дэн живет в Казахстане, он не выпустил трек на казахском, чисто такой, знаешь, это, ну, типа, в казахском стиле. Там же, у них же есть свой определенный вайбовый стиль офигенный. Я бы такой трек послушал бы. Я не имею в виду, что на казахском языке, а именно в казахском стиле. Именно вот этот вот рэпчина, где они накидывают. Там вот есть такие прикольчики у них. Не каждый сможет повторить.